Как приятно под Новый год получать подарки. Газета «Муромский край» и наша телекомпания подготовила их для подписчиков. 13 января 2015 года в студии телекомпании «Муромский меридиан» состоится розыгрыш призов. Все, что нужно сделать участнику – прийти в комитет общественного самоуправления по месту жительства, подписаться на первое полугодие 2015 года на газету «Муромский край», заполнить специальный купон на участие и, главное, успеть сделать это до 31 декабря текущего года. Еще один подарок для подписчиков – стоимость подписки на 6 месяцев в Комитете общественного самоуправления не изменится и составит 150 рублей. Новый сезон подписки газеты «Муромский край» имеет свою специфику, я думаю, приятную специфику, поскольку, несмотря на различные финансовые трудности, несмотря на определенные проблемы, которые иногда возникают из почтовой рассылки, все-таки цены на газету останутся прежними. Мало того, объем газеты сохранится, и мы надеемся, что после Нового года в газете появятся новые рубрики, которые будут вас радовать. Подписываемся на газету, ждем благоволения фортуны. Победители станут обладателями полезных в хозяйстве призов, украшений, съедобных подарков. Вашими могут стать электрошашлычница, отпариватель, чайник, тепловентилятор, кофеварка, кухонные весы и многие другие ценные призы. Среди подписчиков проигравших нет, ведь в любом случае вы будете в курсе всех свежих городских новостей на протяжении целого полугода. Если удача улыбнется именно вам, то все ближайшее полугодие вас будет радовать не только эта информационная газета «Муромский край», но и, возможно, вот такая шашлычница, которая придется к месту на кухне у любой современной хозяйки или хозяина. И не забудьте рассказать своим родственникам, друзьям и соседям о проведении розыгрыша. Выигрывайте призы вместе с ними. Регина Рукавишникова, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.